Тема образования продолжит рубрика «Студенческий город». К нам присоединяется ее ведущая, студентка Витинья УМИФИ Анастасия Филоненко. Добрый вечер, Настя. Что расскажешь сегодня нам? Добрый вечер, Виталий. Сегодня расскажу о том, как проходит защита дипломных проектов, а также о начале работы приемной комиссии в нашем институте. Подробности через пару секунд. Прошла еще одна неделя сессии. Студенты сдают экзамены, защищают свои дипломные проекты. На этот раз защищались выпускники кафедр экономики и социально-гуманитарных дисциплин, а также информационных и управляющих систем. Будущие специалисты кафедры экономики и социально-гуманитарных дисциплин проходили преддипломную практику на ведущих предприятиях города Волгодонска, для которых разрабатывали комплексы мероприятий по улучшению их хозяйственной, производственной и финансовой деятельности. Эти мероприятия активно и эффективно внедряются руководством организации в жизнь. Дипломники продемонстрировали устойчивые навыки владения методами анализа при деятельности предприятия. Предложены мероприятия по стабилизации деятельности предприятий, по улучшению их финансово-экономических показателей. Они все отличаются высокой реализуемостью, что очень важно. То есть это не взятые из потолка какие-то предложения, а именно основанные на глубоком анализе деятельности предприятий. Такая высокая подготовка студентов ВИТИНИЯ УМИФИ обусловлена эффективным подходом к учебному процессу. На кафедре студентами широко ведется учебная научно-исследовательская работа, при выполнении которой они получают полезный опыт в сфере управления предприятиями и подбора эффективных экономических методов конкретной отрасли и для определенной компании. Поэтому к окончанию обучения студенты Волгодонского инженерно-технического института НИЯ УМИФИ становятся полностью сформированными специалистами с высокой степенью подготовки для работы на предприятии. И, конечно же, поздравить вас, уважаемые выпускники, с успешной защитой. Теперь вы не просто выпускники, а вы уже дипломированные специалисты. Также перед Государственной экзаменационной комиссией свои дипломные проекты защищали выпускники кафедры информационных и управляющих систем. Кафедра готовит специалистов в области современных информационных технологий, автоматизированных систем управления технологическими процессами, атомных электрических станций. Поэтому подготовка таких специалистов соответствует самым высоким стандартам. Здесь обучение ведется с применением многочисленных компьютерных программ. Студенты имеют возможность изучать метрологию, системы с микроконтроллерами, архитектуру и особенности компьютерных сетей, вопросы информационной безопасности и администрирования. Уже многих лет я являюсь председателем Государственной экзаменационной комиссии, уже, не знаю, лет 7-8, наверное. Вот. Каждый год выпускается 30-40, а то и больше в лучшие годы специалистов, которые реально востребованы на предприятиях города. Я знаю это не понаслышке, потому что в любом предприятии хороший системщик, хороший специалист по информационным технологиям – это человек, который занимает очень важную роль в жизни предприятия. Выпускники Волгодонского инженерно-технического института непременно будут востребованы на рынке труда, ведь специалисты высокой подготовки в области информационных технологий нужны сегодня как никогда. А с развитием сложных компьютерных систем в мировом масштабе специалисты в этой отрасли будут нужны и в дальнейшем. Это шаг в дальнейшую производственную жизнь. Но самые лучшие студенты, независимо от той специальности, по которой они закончили вуз, имеют возможность поступить в магистратуру. Магистратура у нас открыта с прошлого года по специальности системный анализ и управление. И первый набор мы делали с техническим уклоном. В этом году мы планируем расширить круг приглашаемых в магистратуру. В скором времени на кафедре откроется магистерская программа по управлению системным анализом с уклоном в экономику. Обучение будет проходить как очно, так и заочно. Окончился учебный год. Выпускники школ сдали последние государственные экзамены и теперь окончательно определяются с вузом и с будущей профессией. Волгодонский инженерно-технический институт приглашает выпускников 9 и 11 классов на обучение. У нас вы получите действительно востребованную на рынке труда профессию и высокую подготовку. Кстати, при выборе учебного заведения абитуриенту необходимо обратить внимание на такие вопросы, как средний балл для зачисления в вуз, наличие количества бюджетных мест и общее количество студентов. Все эти показатели в будущем определяют эффективность учебного заведения и, соответственно, его престижность.
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ в этом году занял 3-е место в национальном рейтинге университетов Российской Федерации, уступив первые 2 только Московскому государственному университету и Санкт-Петербургскому университету. Тем самым мы сегодня занимаем те лидирующие позиции, которые в полной мере открывают перед выпускниками очень широкие горизонты. Нынешний период реорганизации и закрытия неэффективных вузов ставит задачи перед Национальным исследовательским ядерным университетом по поднятию планки в сфере образования своих студентов путем привлечения их к научно-исследовательской деятельности во всех направлениях атомной отрасли. Будущее на самом деле будет действительно за технарями, потому что именно это направление обеспечит развитие нашего российского государства. И качество подготовки наших выпускников говорит само за себя. Практически 80% наших выпускников, обучающихся по программам среднепрофессионального и высшепрофессионального образования, уже получили направление на работы. В этом году Волгодонский инженерно-технический институт открыл 500 бюджетных мест, которые получат те абитуриенты, чьи баллы по итогам ЕГЭ будут выше 180. Я пришел, чтобы поступить, в связи с тем, что здесь очень много бюджетных мест. А также я в течение 2 лет ходил в физико-техническую школу и уже как бы влился в жизнь института. И выбрал специальность информационной технологии. Ну, так как век информационных технологий, и думаю, что профессия будет востребована на рынке труда. На сегодня это все. Спасибо, Настя, еще увидимся.